Во вторник днем на своей базе «Рубин» провел открытую тренировку. Казанский клуб работает без выходных. Подготовка к ответной игре с «Челси» началась сразу же после матча с «Кубанью». Из Краснодара команда прилетела в воскресенье поздно ночью, поэтому в понедельник занималась в тренажерном зале. Сегодня «Рубин» тренировался на синтетике. Вместе со всеми разминались Ян Вилла, Александр Рязанцев и Гюхан Торе. Традиционную пробежку возглавили молодые игроки основного состава. Тренировка началась в час дня, немного раньше, чем обычно. Это время объясняется тем, что в 17:00 команда должна вылететь в Москву на вторую игру с «Аристократами». С завтрашнего дня начнутся официальные предматчевые мероприятия, и «Рубин ТВ» расскажет вам о них в полном объеме. Оставайтесь с нами!